в светофоре 350 грамм бежий лук. 390 рублей 80 копеек за штуку. А процент жира... Это вообще... Я поражена. Цены даже в светофории. Никогда такого не было. Вот так. Цены растут везде. Вот такой коврик. Смотрите, противоскользящий. 50 на 80. Влаговпитывающий. Да. Да. 80. 284. Ой, ой. Да, тут смотрите, какие расцветки. Кому-кому что нравится. Ну, вот это, мне кажется, лучше. Ну, да. Вот этот, да, вот этот более, мне кажется, такой. Да. Подходишь, блин.